Новый год и Рождество – самые лучшие и самые удивительные праздники, когда сбываются мечты и происходят чудеса. Во Дворце спорта «Видное» состоялся шумный праздник для детворы «Елка главы». Главное новогоднее представление Ленинского района открыло череду праздничных мероприятий. Вместе с детворой на музыкальном спектакле по мотивам любимых сказок побывала и наша съемочная группа. Что такое Новый год? Ребята, ставшие гостями елки главы, все без исключения отвечали, что Новый год их самый любимый праздник. Мне нравится Новый год, потому что там Дед Мороз всегда приносит подарки. Весело, очень интересно и подарочно. Я люблю Новый год за то, что сбываются чудеса. Мы будем коробот вокруг елочки, и Дед Мороз приходит. Готовиться к волшебному и долгожданному празднику детвора начинает заранее. Семилетняя Настя подошла к этому вопросу со всей ответственностью. Мы покупали платье мне. Мы наряжали елку, мы подарки готовили. Писали письмо Деду Морозу. Так шумно и весело в фойе Дворца спорта «Видное» бывает только раз в году. Конкурсы, шуточные состязания. Здесь можно было увидеть сказочных и мультипликационных персонажей. Мальчишек и девчонок развлекали ростовые куклы. Да и сами ребята были в карнавальных костюмах. Но среди гостей оказались и те, кто явился, можно сказать, с корабля на бал. Были сначала три самых скучных урока, а потом так для нас обернулся этот день, что мы попали на елку. Мальчики точно не пожалели, что вместо уроков попали на новогоднее представление. «Елка главы» всегда проходит интересно. И в этом году юным зрителям была представлена музыкальная постановка по мотивам русских сказок. Мальчишки и девчонки увидели старых знакомых – царевну-лебедь, Елисея, Лешего, Кощея Бессмертного. Как правило, новогодние представления не только яркие, красочные, но и поучительные. Герои спектакля своими поступками еще раз напомнили ребятам, как отличить добро от зла, правду от лжи, а лесть и лицемерие не принимать за искренность. Представление, оно было очень сказочным, мне оно очень понравилось. Меня эта сказка научила доверять друг другу, всегда поддерживать. Надо оставаться добрым и всех жалеть. Волшебство сказки останется с детьми надолго, тем более, что напоминать о нем будет сладкий подарок, который получил каждый. Традиция устраивать для детей Ленинского района новогоднее представление зародилась 7 лет назад. За это время тысячи ребят смогли стать его гостями и участниками. Мы каждый год думаем, что можно сделать для того, чтобы детям было интереснее, чтобы было запоминающим событием встреча Нового года. Ведь даже мы, взрослые, все равно от Нового года ждем немножко чуда. Мы вот уже третий год ходим и довольны всем, очень даже. Что? Спасибо большое главе, что делает такое для наших детей. Не у всех есть возможность выехать в Москву, а здесь вот так весело мы уже начали отмечать Новый год, праздничные дни. Думаю, что еще много интересных событий именно в районе у нас будет. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».